Здравствуйте, уважаемые зрители. Снимаю этот ролик с природы. Приехали вот в Мурманске сегодня, 12 мая, воскресенье. Смотрите, как вот уже почти все растаяло. Почти все, но не совсем все. Вот, хочу от солнышка и от ветра закрыть, чтобы звук был получше. Как получится? Значит, озеро по дороге на Серебрянку. Вот девяточка моя. Патрика сдал в ремонт. Там капитальный ремонт кузова. Сейчас вот делал в этой девятке. В ней что-то постоянно надо делать. Вот руль. Он шатался. Я его вот разбирал. Тут нечего показывать. А вот Леопольд приехал на шевике на своем. И на своей. И вот сидят они тут. Пойдем посмотрим, что они там засели-то. Дорогие друзья. Жена моя Светлана, Леопольд Грей, сын его Влад. Это лыжи тут я нашел, как ну, сидеть на них задницей. Что у нас есть-то? Водичка, да. Самогончик, да, вот. Немножко шашлычков. Ну, нормально вроде. Это вот, смотрите, ништяки. Ништяки всякие. Всякие ништячки. Ну как, Леопольд, у нас продвигаются дела? Дела плохо. А чё плохого? Жена ваша? Да. Не разморозила мясо. Так я... надо наругать, значит, пальцем нагрозить. Я уже нагрозил. Надо нагрозить. Вот. Пальцем но, нагрозить. Видимо, плохо, потому что это да. Самое. А такая, ты на меня сейчас наезжать будешь? Я говорю, я уже наехал. А такая да, радостная. Да, да. Ты наехал? Да, да, да. Радости там полные штаны. Вот Люсенька собачка. Ой, Люся. Люся. Голос. Да что такое? Тут, тут в общем, мясо, да все, да. Тут собаки не до команд всяких, вы понимаете, да? Как у животных устроен внутренний мир. Ну, в общем, начало такое. А мы за рулем, кстати, с Леопольдом оба, так что мы не пьем. И вам того же желаем. Иногда-то хоть надо и для разнообразия, это не то, что вот, а вот просто посидеть душевно. Нажарили сосисок. Значит, как показать народу-то, что за сосиски? Ну вот. Так, откуда? А, от меня от самого тени есть. Откуда, говорю, тень? Да. Все как у людей. Пьем квасок. Пьем квасок. Значит, Леопольд там уже что делаешь-то? Новую партию уголька подбросил. А людей много, кстати. Вот смотрите, вот машина не наша. Вот девятка моя, шнива Леопольда. Там вот люди. Вот это дорога Серебрянская. А там все в машинах. Ну тут какие-то видны, какие-то нет. Там отвороточки всякие, там много. И вот по Серебрянке есть, все в машинах. А видите, а вот мая 12-е. А лед лежит еще. Снег лежит. Да, лед лежит. Лед, снег. Собаки вон не купается негде. Значит, что за каянский перец? Да, я думаю, это должно быть адски остро. А кетчуп такой? Да, налей туда вот еще мне. Хейнс, каянский а перец. Мне. Все захотели каянского перца. Окажется сейчас, что он сладкий-сладкий там с сахаром. Сейчас узнаем. Ну давай. Уважаемые зрители тоже хотят узнать, это такая интрига. Намокали туда. Ну чего, Леопольд, как ты умеешь-то? Вкусно, сочно. Ну ничего тут. Острый. Алексей говорит, вкусный, острый. И что-то мне саму захотелось попробовать. Кисло-сладкий. Чудо, я не знаю, до меня как-то острота пока не дошла. Да. Я ожидал, что будет... Ты макал точно хоть в то? В то макал то, что надо. А то, может, макнул, что попалось под руку. Что-то и цвет не такой, да? Я бы, думаю, почувствовал. Ну, ясно. Ну и что скажешь? Ну, как, есть можно. Ну и хорошо. Видите, оптимизм сплошной. Светлана, передавай привет. Всем привет. Что там делаешь-то? Огурцы макаешь в кетчуп? Потому что мяса нет еще пока, не готово.
Ну, макать хочется что-то. Ну-ка, как сзади-то прическа у тебя получилась? А дай-ка я покажу. Стоим. Я тут Светлане сегодня подровнял немножко. Ну-ка, попу снимем тоже. People хочет посмотреть. Дима. А что ты сразу так это, раз это? Ну ладно, Светочка, передавай привет зрителям. Еще раз всем привет. Тебя не слышно, выходные. Ты жуешь. Ну да. Ну? Всем привет, хороших выходных. Ну, другое дело. Да. Вот собака играется. А что еще делать-то? Что, грустить что ли, да, Люсенька? Дай мне палочку эту. Дай мне. Дай мне. Дай мне. Дай. Дай мне. Дай мне. Дай мне. Вот, прячется, прячется. Вот так вот. Ну-ка, дай я отберу у тебя, дай. Дай отберу. Дай отберу. Ну, мы с ней так любим играть тоже. Она не даст, ей нужней. А по-другому, если зовешь, то иди сюда и давай, что буду бросать, она принесет. Но я уже ей нарычал, так она уже сейчас не принесет, будет грызть сама. Вот так вот все. Светлана тут вот стоит опять, поп тут всем показывает. Леополь тут свою поп всем показывает. Кому какая нравится, пожалуйста, на любой вкус, смотрите на здоровье. Что там уже мясо, смотрите-ка, грузят. Не-не-не, еще ничего. Все, оттаяло. Что там на углях-то? Нормально. Что делать-то? А, водичкой? Водичкой поливает на угольки. Ну, знаете зачем, чтобы язычков пламени не было. Знает, соображает. А Юсуф Агата где, Леопольд? Так куда-то челму дели, короче, нету Юсуфа Ага. Юсуф Ага уехал, что ли, себе туда опять, в аул свой, где он? Ну, ясно. Ну, ладно, что делать-то? Ну, штаны хоть тебе отдал, и то хорошо. Есть хоть в чем теперь это, на природе там, жарить шашлыки. А вот мужик на машине там с женой приехал, вот там. Молодцы тоже, он колеса менял. И зиму на лето, а жена, ну, собачки пока погуляла. Вот берите пример, не только о себе и о машине думает, но вот о супруге и собачке тоже. Показывал я поле, вон на заднем плане, вон там вот я про вот этого мужика говорю. Сейчас он накачивает компрессором там, шумит, так это он колеса подкачивает, качает. Люся! Люсенька! Кто там, Люся? Кто там? Люся, кто там? Иди искать! Иди искать птиц, сейчас пойдет искать, может кого найдет, так в кустах так спугнет, спугнет. Во-во-во-во, поросенок полезла, полезла. Смотри, Светочка, ну-ка увеличим. Ищи, ищи там уточек в болоте в этом, ищи, ищи. Видите, охотничья собака, так что делать-то? Правда, я из ружья ни разу в жизни не стрелял. Я такой охотник, что, ну, поняли сами. Может, когда и постреляем. Ну, сейчас все-то не до того. Вот так вот. Люсенька, собачка. Не нашла уточек, да, скажи, что делать-то? Хозяину стыдно идти назад без уточек. Да, ну ладно, Люся, не беда. Вот так вот. Вот так вот. Жалко, что озеро еще, ну, лед на нем. У меня лодка есть и мотор электрический слабенький, но потихоньку можно плавать. Мы тут плавали, да. Ну и себя сниму, дорогие зрители, уважаемые. Хорошо сидим, я к чему это все веду? Показываю вот это, что... Не было у вас иллюзий, что если хорошо отдыхать, это обязательно равно нажраться там алкоголя? Нет, совершенно.
И мы, если вы заметили, если вы правильно смотрите наши ролики, то не на Жиралова и устраиваем, там занимаемся, а ну, культурно, тихо употребляем, как сказать-то, без этого, без гайгуя, без всякого. Такие дела. Наслаждаемся самим вкусом. Представляете, у хорошего алкоголя вкус. Водки в магазине там какой вкус. Почечки уже. 12 мая, повторяюсь, они едва видны. Нет, а верба. Иди верба, посмотри, и там уже эти пушистые почки. Это береза. Задний план берет, вот почки вам хотел показать. Немножко есть. Немножко есть. А вот Светлана мне показала, что верба. А видите, снега еще сколько. А почечки есть, вот они. О! Ну верба так, а вербное воскресенье давно было уже. Давненько. А вот только сейчас вот почки появились. Ну тут, конечно, кто-то шерстит все, понятное дело. Да. Так-то вот. Вот север, мужики. Природа такая. А горы, смотрите, на заднем плане красивые. Плохо разве? Сейчас вот увеличу. Я на УАЗике Патриоте прямо на эти горы заезжал, на верхушке, они все плавные, так там можно проехать от одной к другой. Там и дороги есть. Подальше немножко, не именно в этом месте, подальше дорога, заезд, вот прям по всем горам можно проехать вот так. Прямо на УАЗике. Вон компания наша. А вот красиво все равно на берегу. Вот видно вам хорошо или нет, то лед, который внизу, он сверху покрыт водой. И вот эти трещины, все разломы, а сверху вода. Ну, кто-то вот кидает. Мы не кидаем, кстати, мусор никогда. А вот это, смотрите, уже... Во, видите? Как бы снежок. Как бы снежок. Во, то есть... Вот. Но больше не буду, холодный он. Тает, тает. То есть вот в этом уже можно... там перемещаться, плыть уже на лодке, то есть. И вот этот вот весь лед, вот он рыхлый, то есть на снегоходе уже не прокатишься, уже там все, провалишься сразу. Сразу провалишься. А вот смотрите, как березка тут нависает, да? Вот смотрите, видите там? Вот? Ой, красота. Хорошее место. На Серебрянке дорога такая у нас. Как в эту ехать, в Териберку, а вон, а нет, это не корни, не корни, вон там растут они, сюда. Вот где я сижу на этом камушке, кстати, вот он, я на нем стою, так мы отсюда лодку и спускаем летом. А тут вон, смотрите, тоже, пожалуйста, можно, уже там чуть-чуть воды есть, да, красота. Красотища. А когда все растает, так еще красивей. Потом будем на лодке плавать, так может засниму. Да. А вот мы где сидим. Видите? Ну что, разве плохо? Только вот почки едва-едва есть, а листиков нет. А летом все зеленое, это красиво. Травка свеженькая. Такие дела. Такие дела. Подрумянились шашлыки, да, Леопольд? Подрумянились. Сегодня Юсуфа нету, так Леопольд у нас за повара. Но вот... Юсуфа сказал бы, свинина харам. Свинина харам, да, это свинина, да, действительно. Ну, что делать-то? Ну, нету его, так может оно и к лучшему. Кто там рычит-то все? Ну вот бухать, видишь, уже не бухаем. Уже не бухаем, да.
О, какая страшная собака сердитая. О, ну-ка, что там? Нашла, что ли? Опять пошла в кусты туда ныкать. Да. А когда, Леопольд, примерно будут готовы-то шашлыки? 5 минут турецкие. 5 минут? Ну что, красота. А Светлана вот, пока мясо там томится уже. Чем ты режешь-то? Пчаком этим? Ты хоть не порежься, Светочка? Острый он. На весу-то им как бы... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я сегодня вместо работы травматолог буду этот, вместо отдыха работать. Возьми, использую как эту разделочную доску. Не, нормально, да. Я хорошо. А вон у Леопольда мегапчак. Не надо, не надо. Мегапчак. Вон он. Ой, идти-то мать. Можно в этот идти в лес, в общем, джунгли там рубить вместо мачете им. Вряд ли. Лианы всякие. Там эти. Сталь не та. Да. Сталь мягкая. Агрессивные обезьяны там всякие нападают. Ну-ка. Ну, нормально. А вот на решетке решили пожарить. Хотя есть шампура всякие разные. Ну, для разнообразия надо и так, и сяк, в общем. Вот, кстати, в чем плюс решетки? Мясо было чуть-чуть еще подмерзшее. Хотя размораживали в микроволновке, но мало видно. Его надо было... И его на решетку раз, и все. А шампуром его протыкать было... затруднительно, а тут нормально. И все, и оно бы уже... Так мы собирались за полчаса. За полчаса что успеешь сделать? Ну что скажешь? Наговорил. Ну ладно, Люсенька, повезло тебе. Сейчас камеру выключу, сами съедим. Да можно есть. Ну-ка. Ну давайте, налетайте, что, я сниму. Можно или нельзя? То может выплюнул специально, наделал там дел. Ну так сочно, да, смотри на вид. На вид сочненько. Ну чего, Алексей, скажешь? Горячая, конечно. Горячая с рыб не бывает. Ну вот точно. Ну ничего, вкусно. Ну вот, нормально сказал, без пафоса. Не как мы. Начинаем там жмуриться. Сейчас, конечно, будет сырая, но слишком передержать будет, наоборот, все сухо. Но если вдруг сырые какие попадутся кусочки, мы их... поджарим потом еще. Да, вон, а это где? Плюсеньки отдавайте просто. А, это который упал-то? А где собака-то, макака? На. Ой, Люсенька, счастье тебе привалило. Ну, он горячий, наверное. Да я сейчас ем. Ну-ка, дай. Она не даст, не даст. Вот так вот. Светлана может съесть. Прям с земли, да, Светочка? Конечно. Такую вкусняшку, да. Ну, а что пугаешь собачку? Да горячий просто, Люсенька, подожди, пока остынет немножко. Подожди, не съест Светлана, пошутила она. Пошутила. У тебя собака ест хорошо. Иначе потом все будет холодное. Все, уважаемые зрители, конец нашей тусовки. Не в плане, что сейчас помрем, а вот уже все съели. Все съели тут уже. От углей только эти березки остались. Мясо уже все наелись, все сидим довольны тут уже, ну, по полной программе, да. Так что, все по-простому, все как у людей, в общем. И вам того же всем желаю, всего вам доброго, до скорых встреч, до свидания.